Уважаемая Галина Михайловна Щерина, Глеб Глебович Изместьев, Алексей Шершин, Бахадыр и Елена Джонсон. Не ради отеля я здесь воюю, не ради офисной работы наблюдать, как там трахаются и совращают мистера Иксера, Пиксера, мечет Дрынчика и так далее. Ваши дети похожи очень на этого мальчика с пальчика, у которого уже все отпало и, наверное, все отрезано целиком, потому что в таких местах выжить, в принципе, реально невозможно. И за это, Сереженька, дорогой мой, мальчик, шмальчик, езжай сам туда, но отсоси ты у него уже. Но даст он тебе позицию. Вы будете двое, два агропатика. Один Глебик, другой Сереженька. Найдете себе Аннушку, а лучше Оленьку. И госпошлины начнете штамповаться. Ребят, у меня жизнь нормальная. Я детей хочу. Вы уже нарожали, вам больше не нужно это. Атрофируйтесь и живите с реакшеном в отеле. А Кажаров, ты добивайся уже government билдинга. Как раз заменишь этого. Кто принимает там гражданство? Давайте все. Сматывайтесь. Я Филд. Филя. Люблю водичку и люблю границу.